В регионе открылось первое производство нестерильных бинтов государственной аптечной сети Ульяновской фармации. Его сегодня осмотрел глава региона. Это линия у нас производственного завода «Ифтехмаш». Она, производительность у нее в смену 10 тысяч бинтов. Линия предусмотрена для установки второго станка. Для реализации проекта была проведена реконструкция складских помещений, установлено высокотехнологичное оборудование, поточная универсальная линия, предназначенная для изготовления нестерильных марлевых бинтов из марли медицинской. У нас будет производиться два типа бинта, то есть 5 метров на 10 сантиметров и 7 метров на 14 сантиметров. Вот. Линия почти полностью российского производства, город Иваново. В дальнейшем ассортимент планируют расширить и выпускать стерильные бинты, медицинскую марлю, стерильные салфетки. Для этого уже достигнута договоренность с заводом Иваново об изготовлении специального оборудования. Производство медицинских изделий на территории региона значительно удешевит их стоимость как в розницу, так и при закупке лечебными учреждениями. Ильяна Рахматульна, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.